15 лет на заброшенной ферме. Эта ужасная история – лишь очередное подтверждение полного морального разложения Найт-Сити. Уровень преступности в Найт-Сити сейчас вдвое выше среднего по Эльзе. Это Ви. Мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Мне нужен водитель. Понял. А для чего? Да так, по городу покататься. Уладить кое-какие вопросы, навестить приятелей. Все как у всех. Короче, я человек прямой, так что давай сразу к делу. Круче тебя, в городе никого нет. А я люблю работать с самыми лучшими и готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься на месте. Ну так что, справишься? Или все, что про тебя рассказывают, вранье? Ладно, я в деле. Тогда двигай в Джапантал. Прямо ко входу на рынок. Посигналь пару раз, и я приду. До встречи. Ох ты ж, бля. Ты не ответил на вопрос. А у тебя что-то на лице. Это граната. И как она туда попала? А, случайно прилетела? Невежливо задавать личные вопросы, прежде чем представишься. Ты же Ви, да? Да, это я. Отлично, поехали. Куда едем? В маленький Китай. Хочу поесть курицы гунбао. Поострее. Не мешает? Что? Граната. Ну, которая у тебя на лице. Я уже привык. Тут главное не выдернуть чеку, когда в носу ковыряешь. Красиво тут. Прямо так похорошело. А ты сам откуда? Из Бразилии. Это в Южной... Я знаю, где Бразилия. Уж чего от вас, гринго, не ожидаешь? Тигриные когти. Знаешь таких? Конечно. Есть среди них друзья? Нет, а что? Просто спрашиваю. Любопытные. Месте. Жди меня здесь и не глуши мотор. Мы приехали за едой на вынос? Можно и так сказать. Это что сейчас было-то? У тебя что, может, и в жопе граната? Ты нашел время, дурью мается!
Ха! Ну что, неплохо, а? Было бы гораздо лучше, если бы ты предварительно ввел меня в курс дела. Ха! Выходит, не наврали. Ты и правда крутой. Заебись, какой крутой. Вот только с юмором беда. Ладно, на этом наши пути расходятся. Удачи тебе. И ты это, расслабься, а? Ну, может, скажешь, откуда граната? Как ты с братом подрались, он мне нос отхватил. Плоскогубцами. Да, милая семейка. Даже не представляешь. Ну и вот, я мог обычный нос поставить, но решил подчеркнуть свой стиль. Ну-ну. И с девчонками удобно знакомиться. И извините, что сую нос, но вы просто бомбическая. Ну и как, ведутся? Не особо. А как же мой гонорар? А что гонорар? На, вот, держи. Как я и говорил, труд профи хорошо оплачивается. Ладно, Би, береги себя. И это, нос держи по ветру.